Ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла и блокадники Ленинграда посетили концерт, который посвятили Дню Героев Отечества. Его провели в Муниципальном центре культуры. Более 10 номеров исполнили магаданские коллективы. Песни, танцы и чтение стихов. Организаторы концерта выступили со словами благодарности ветеранам за великую победу. Здесь собрались люди, которые действительно можно назвать героями. Потому что само понятие героизм, оно присуще только людям с внутренним стержнем, с большой волей к победе, к жизни, в первую очередь к жизни. И здесь именно такие люди собрались. Спасибо вам огромное. День Героев Отечества в России отмечают 12 лет. Ежегодно в городах по стране устраивают праздничные программы. В Магадане концерт посетили более 100 человек. На него пришли представители власти, офицеры боевых действий и сотрудники ведомств. Ветеранам вручили цветы и памятные подарки.